вся опция. Включаем. Выключение секундомера. На этих соревнованиях мы сделали 14 основных упражнений, и они отличаются от предыдущих упражнений просто маленькими нюансами. В общем целом это упражнения, которые связаны с тактическими действиями, так и с просто со стрелковыми навыками. На эти соревнования заявилось 30 команд. Мы планируем проводить соревнования «Свои люди» каждые 2 месяца в таком же формате в 2 дня. Дневные соревнования, ночные упражнения также. И второй день тоже дневные упражнения. Квадратик. Первый поппер стреляешь. Самый дальний туда. Лежа. Через квадратик вверх. Все. Лежа, без разницы, как хочешь. И с упором в этом квадратике ждешь, пока поедет движка. И по движке пошел работать. Первый поппер ты встал, вот здесь. Первый убрал, встал и спокойно движку сверху отбил.